поселок далеко в горах. Называется он, what is the name? Шары. Шары. Очень красивый, похож, не знаю, на маленький европейский городок, что ли. Все аккуратненько, красная крыша. Кстати, по дороге, я сразу не заметила, мы нашли вот такой водопад. Красота какая. Получается, с двух сторон. Вот оттуда один, и вот там вот один маленький. Супер. Я думаю, у нас будет возможность еще сходить на водопад. Я не помню, как он называется, но он очень популярный для туристов в Ливане. Поэтому думаю, что можно будет сделать видео.